И всем привет! С вами я, Супер. Сегодня будем играть в игрушку под названием What the Box? Что за коробка? Это онлайн-игрушка, мне она понравилась с первого же взгляда, и я ее сразу же скачал. Вот. Давайте ее играть, play. То есть, что за игра? В чем смысл этой игры? Я вам скажу просто. Значит, ну, тут есть Азия, всякие такие, ну, тут только кроме Америки больше ничего нету. Вашингтон, Миссия, Амстердам. Так, ну, заходим на сервер. Я не понял, на каком месте. Ну, окей, по-моему, я Гуэст. Да, Гуэст. Ух, напишем GG. Окей. Я Гуэст, все, я понял. Я понял, можно еще ножичек брать, оказывается. Ну, это очень прикольно и круто. Эх, меня первым же убили. Ах. Опа, здесь лестница. Очень интересно. Куда же мне это приведет? Ой-ой-ой-ой, в ближнем бою. Все просто ножички берут, реально. На кого не посмотри, у всех ножичек. Ух, и меня он застрелил, походу. Что-то мне не везет, не везет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, ладно. Мы 3 раза подряд умерли. Это значит, по-моему, счетчик убийств. Сколько раз вы умерли. Матч. Двоих. То есть меня и его тоже убили, ладно. Ну, мне кажется, просто не надо никуда идти, просто надо стоять в одном месте. Без шуток. Вот так будем стоять и ждать просто, если у нас один выстрел. Мы еще, по-моему, можем менять камеру, но это бессмысленно. Ну, очень прикольно, просто стоишь в одном месте и ждешь, пока кто-то кого-то не убьет. По-моему, я могу так и сам взорваться, если я не буду вообще выходить. Да. Ну, я не знаю. Я Quest 54-22. О! Ну, у меня, типа, один. Ну, давайте сейчас попробуем кого-то убить, что ли. Эх, ладно, ладно. Не повезло мне. Значит, не повезет ему. Тогда щечку убить все-таки. Ах, черт, черт, тут профессионал, реально профессиональный игрок. Очень хорошо играет. Ой, меня просто сзади. Я как понял, он бьет ножичек так далеко, что я в шоке. Я в шоке. Я на предпоследнем месте. Хотя это, мне кажется, новичок зашел просто. Ладно, включаем воображение и идем рашить. Ух ты ж, вон сзади меня выстрелила собака, ладно. Ну ничего страшного. Опа! Опа, одного зарезали. Оп! Оп! Раз. Вон, я вижу чувачка. Ладно. Никуда не торопимся, постоим просто. Все, убили. Теперь я понял, откуда патроны берутся. Это значит при убийстве. Ух, я чуть поднялся. 4 кило надо было побольше сделать. 5 кило. Ну, тут самое топовое место, реально. У нас еще есть одна патрона. Сейчас кто-то должен пройти. Найс, найс. 6 киллов. Мы на середине.
Блин, оказывается, игра очень интересная, как бы казалось бы. Простецкая. Вон я, вижу. Ух ты ж, у него был пистолет. Будем знать. Очень прикольно, когда я разобрался в игре. Эх, черт побери. Блин, как будто кажется, что простецкая игра, ну блин, как интересно, сюда бы позвать бы своих друзей, и будет вообще супер. Как бы еще кажется, что вот обычные коробочки. Ух ты ж, о, я его убил, а он меня, прикольно. Мне казалось, что один маньяк просто с ножичком, а все остальные... Ух ты ж, у него был, по-моему, пистолет. Пистолет, да. Ну, его зарезали. Эх. Прикольная была коробочка. Меня сзади никто не преследует. А это очень хорошо. Раз, все, зарезать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Блин, очень прикольно. Ну так сверху показывается счетчик, так что разницы нет. Как нашел хороший свободный сервер. Знаете, я сколько сервер искал? Где-то минут 10-20. И меня застрелили. Ну, спасибо. Ладно, все, сейчас разыгрались. Ладно, все, хватит. На предпоследнем месте неохота быть, так что надо кого-нибудь-то убить. Nice. Very nice. А, смешно, я застрял просто, я не прыгал, просто стоял и дождиком бахался. А ко мне подбежал, я его убил. Ладно, меня тоже убили. Ну, еще есть 8 минут, давай 8 минут. Коробу, блин, супер контент. Ну, я снимаю, конечно, качественный контент. Супер-пупер контент, конечно, не спорю. Оп. Найс, убил. Так, ну я хочу на первое место, реально, для видоса надо на первое место занимать. Ну чё. Опа. Он того убил, я его убил. Очень прикольно. Очень занимательно, познавательно и умно. В скобочках нет. Ну, блин, мне вот эта красная штука кажется, что это у кого-то ножичку. Блин, у меня застрелила собака. Опа, еще это тоже живучий. Мы его знаем, где он находится, возле машины, значит, надо искать машинку. Вот он. Опа. Вот. Тут где-то был чувак. У меня есть одна патрона, так что подождем. А, у меня, я его, блин, как-то смешно, да? Как бы казалось бы, просто коробка. Ничего интересного есть, но, блин. Просто, вот как говорится, все интересно в простоте. Блин, надо еще додуматься до такого, чтобы коробки, блин, резали друг друга и еще стреляли. Подождем кого-нибудь. Вон я вижу чувачка. Ну, застынем, как будто бы мы бот или какой-то. Найс, убили. Хоть с ближнего расстояния. Ох, ну всегда так, блин. То я его, то меня. Блин, я уже на втором месте, охота, конечно, на первое место. Вижу, то, что на первое место я очень сильно хочу. Ух, молодец. А, вот мой противник-то. Гольф Ре. Надо его как-нибудь-то затащить своими положительными эмоциями. Так, назад чуть-чуть. Ну, я сюда стану, как крыса. И буду ждать. Убил. У меня еще есть одна патрон. То есть дается патроны за то, что ты убил. Ну вот еще один. Убил. У меня еще одна патрона. Ай. Найс.
Я просто стою и жду, вот-вот, как крыса. Ай-яй-яй-яй. Ладно, я пытался Карнел смог сделать убийство. Очень жестокое убийство. Кстати, можно подняться на мусорный бак? Наверное, возможно, но мне пока что лень. Я пока побегаю. Посмотрю, кто... Опа! Убил. Карнел. Минус Карнел. Ждем. Эх, ладно. Ну я сейчас Голдфри обгоню. Ух, будем потихоньку сидеть, как крыса, и убивать потихоньку. Ладно, сидеть мне уже, я устал. Убили. Ух, мне надо еще 3 килла найти. Блин, еще не разобраться. То ли коробка просто стоит, то ли кто-то на ней. Ух ты ж. Ну я уже на высоте. Ух ты ж. Ладно. Ух ты. Это просто расстреливает, я в шоке. Ладно, мне надо подняться, что-то я чуть-чуть тупанул. Теперь не буду тупить. Буду тупорашить. Он, я убил. Меня сзади просто убили. Ну, молодец. Голдфри. У меня 1 минута есть, чтобы подняться на первое место. Ух, чуть-чуть остался, мне надо 2 килла сделать. Ладно, ну все, я пойду на охоту. Дайте мне тут нечего. Ух ты ж! Как убивают-то. 30 секунд, ладно, все. Все, расслабился. Теперь надо убивать. Ну чё ты, блин? 20 секунд, давайте, все, я пойду рашить. Ну все. За 18 секунд надо
педикюр сделать как-нибудь. Найс. Еще один кино надо найти. Ух ты, ух ты. Вообще Корнел нас опередил. Ух ты ж. Еще 28. Ладно. Выйду в меню. Мне эта игрушка безумно понравилась. Я ее буду сам играть и друзьям советовать. Ну, блин, очень прикольная игрушка. Я не спорю, не самая топовая, да, пиксельная, да. Не то, что пиксельная, графика не самая крутая. Ну, это просто такая игрушка на 100 мегабайт, да, весит примерно 100 с лишним мегабайт, и, блин, столько позитивных эмоций, тут, ну, конечно, да, мало серверов, но я ночью зашел, наверное, днем, очень много серверов, ну, не знаю, если вам понравилось это видео, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, если хотите больше таких же видео, ну, я посмотрю по активности, еще напишите в комментариях, снимать ли это видео или не надо, снимать ли следующее видео, точнее, про эту игру. Да, все, всем удачи, всем пока.